В аэропорту Алматы торжественно встретили бронзового призера зимних Олимпийских игр Юлию Галышеву. Вместе с ней на родину прибыли еще несколько олимпийцев. Встречали их целая делегация из чиновников, болельщиков и журналистов. В зоне прилета собрались руководство управления спорта, учащиеся спорт-академии, друзья и просто болельщики. Юлию Галышеву, а также старшего тренера сборной Казахстана по фристайлу Елену Круглыхину встречали цветами-транспарантами. С трудом, конечно, мы шли сразу после Сочи, практически с декабря 2014 года, то есть мы шли к медали. Мы шли к золотой медали, но у нас была задача с первого по третье место, мы выполнили эти задачи поставленные. Конечно, хотелось бы золотую медаль, но бронзовая для меня, она как золотая сейчас в данный момент. На следующей Олимпиаде она покажет еще лучший результат. Мы будем работать над этим, потому что все-таки третье место – это не золото. Ну и, конечно, спасибо Юле большое за ее труд, за то, что она выполняла. Помимо сборной по фристайлу с Олимпиады вернулся и бронзовый призер предыдущих Олимпийских игр Денис Тен. Ему тяжело пришлось в Пхёнчхане, так как фигурист выступал после травмы. Я очень боролся, мы очень много тренировались, мне очень обидно, что не все жертвы, на которые мы пошли с тренером, всей командой, не все оправдались, но это опыт. И я считаю, что это был полезный опыт, и я очень спешил для подготовки. Завтра же определенные надежды на медаль связывают с выступлениями наших биатлонистов. Они побегут в смешанной эстафете. Также на дистанцию в 500 метров выйдут наши шорт-трекисты. В очередной Олимпийский день будем болеть за наших. Булат Кунурбаев, 77 News.